Будемо сьогодні розпочинати нашу розмову із подій, які відбуваються на території Курської області. Путін навіть зібрав цілий радбез і сказав, що київський режим зробив чергову провокацію, та Збройні Сили України ведуть невибіркову стрільбу. Журналісти пишуть, що за підсумками цього радбезу Путін може звернутися до Заходу з вимогою припинити допомогу Україні та зробити масований ракетний удар по Києву. Тим часом різні Z-телеграм-канали і воєнкори повідомляють про те, що Збройні Сили України закріплюються у прикордонні. Також мова йде навіть про контроль над 11 населеними пунктами. Романе Фігуровичу, з вашої точки зору, що на сьогоднішній день щось можна говорити, про який масштаб, і як ви вважаєте, врешті реакція Путіна та Росії, якою тут може бути? Ну, діло в тому, що нічого нового з Путін не сказали. Туди ракети полетять, і сюди полетять, і ми потопчемося в місті з Медведєвим по чому-то. Ну, нічого нового. Тобто там на нього внимання в цьому смислі не треба обращати. Виконують определені бойові задачі. Ми з вами вчора про це говорили. Основна задача – це, звісно, попытаться вытянуть российские войска с Восточного фронта, где нам очень тяжело. Мы теряем Донбасс на данный момент. Вот один из механизмов, допустим, это убрать, уменьшить плотность войск на Восточном фронте, создав аварийную для россиян ситуацию где-то на другом направлении. Это может быть там Кимбургская коса, там Тендровская коса, тендерная, то есть и та же самая картина, допустим, по северу нашей страны, то есть и в Сумской области, в Черниговской, где-то в Харьковской области. Главное оттянуть. А вот эти действия, которые сейчас мы видим, как раз под эту задачу ложатся. Ну а некоторые тактические задачи, очень грамотно, кстати, наши командиры подошли, начали движение вдоль газовых труб. Мало кто на это обращает внимание. Посмотрите, как идет газовая труба. Газовая труба, которой Россия питает Европу газ, она идет через Суджу. В Судже ГИС, она так и называется, ГИС Судже, это газовая изменительная станция, в которой эта труба раздвояется и идет, одна часть трубы идет уже, труба идет на Львов в сторону, под Львовом в сторону Польши, а вторая в сторону Одессы на Румынию. То есть это серьезный газовый, для россиян серьезный газовый контракт с Европой. Если они его потеряют, этот газовый контракт. Но тогда можно сказать, что российский «Газпром» будет в убытках, и российская военная экономика не досчитается очень много валюты, а на эту валюту, естественно, они не закупят столько, сколько нужно военной амуниции. Потому движение само по себе было выбрано очень правильно. Вдоль двух труб, сейчас уже, скорее всего, наши как раз на этой ГИС, на Судже, именно на газовой изменительной станции. Там это вот идет раздвоение, дальше идет одна труба в сторону России, по которой российские месторождения качают газ. Причем, если ее перекрыть разными путями, то есть на самой ГИС можно ее перекрыть, остановить прокачку газа, или если россияне нанесут по этой трубе удар, любой удар практически ее ж выведет из строя. То есть навернут каким-нибудь Искандером или просто полетит мина, и все, труба, считайте, на трубе поставлен крест. Причем самое интересное, это на российской территории. Почему вдоль труб лучше идти как раз вдоль трубы? Потому что россияне будут бояться бить по нашим войскам, понимая, что они попадут по трубе. Чем это опасно для России и не опасно на данный момент для Европы? Лето. Сейчас потребление газа очень маленькое, сейчас россиянам очень важно, куда-то этот газ девать. Каждое месторождение качает определенное количество газа, там их не один десяток у россиян. После этого весь этот газ сходится в трубу, и если его некуда девать, а у россиян нет подземных хранилищ. Это они наши использовали на западе нашей страны подземные хранилища, там где-то около 30 миллиардов кубов можно было хранить. У россиян таких нет, то есть они работают, получается, с колес. Сколько накачали, столько, причем там не то, что качает, а он же идет, газ-то идет под своим давлением. И потому его надо куда-то сбрасывать. И либо вы сбрасываете это давление в трубу, и этот газ уходит на Европу. Либо если труба перекрыта, взорвана, как угодно, то есть нельзя прокачку выполнять, то значит этот газ весь пойдет в воздух, они его будут факелировать. Они его подожгут и будут сжечь доллары, эти газовые доллары, просто у себя будут освещать небо, в том числе и ночью.
Самое интересное, что потом, после такого рода действий, у них упадет добыча газа. А это однозначно ударит по российским компаниям. Почему? Потому что им придется закрывать скважины. А закрытие скважины, ее потом перезапуск, это очень большие деньги, тем более технологий сейчас у россиян нет. То есть это один из таких интересных механизмов, как военными действиями по определенным экономическим зонам, если наносить удар или перекрывать, как можно остановить российскую экономику. Вторая такая труба находится в районе Купянска. Причем Купянск, мимо Купянска идет труба, это как раз аммиакопровода. Если помните, когда-то несколько раз этот вопрос поднимался, и россияне сейчас пытаются его опять протолкнуть. Им очень важно куда-то девать аммиак. Газ заходит на Тольятти, азот, потом в процессе определенных перетрубаций из этого газа производят аммиак, и аммиак качался в свое время через по трубе, по аммиакопроводу с Тольятти аж до Одессы. И вот эта труба, она идет в районе Купянска, южнее Купянска, и уходит под Балаклею. Мы, кстати, вдоль этой трубы также освобождали, именно вдоль этой трубы мы освобождали Харьковскую область в 22-м году. То есть Балаклеи пошли на Купянск, вдоль этой трубы. То есть есть еще одна такая труба. Вот так вот, такими механизмами, прикрываясь экономическими интересами России, можно выполнять задачи. Еще раз повторюсь, там задач очень много. То есть вот этим действием в страну по направлению непуганных идиотов, еще раз специально это повторяю, почему? Потому что это направление закрыть невозможно, вот просто невозможно. Почему, скорее всего, россияне, а и кто-то из наших великих правителей договорились воевать восточнее оскола, а западнее оскола грибочки собирать? Вот посмотрите, как война шла. Россияне убежали с севера страны, ушли на восток от оскола и там воевали вместе с нами. А запад, а это направление на Москву, крайне пуганных идиотов. То есть они не отстроили рубежи, там нет войск, 600 километров границы, это практически там конь не валялся. Потому, я так понимаю, сейчас кони пошли поваляться. Для россиян это будет таким, ну, по крайней мере, сейчас это большой, мягко скажем, сюрприз. Они сейчас будут бегать, находить, в конце концов, тех белодомовских сопляжуев, которые им гарантировали то, что украинские войска не начнут боевых действий западнее Оскола. Потому развитие ситуации в ближайшее время будет понятно. Дальность захода наших войск можно гарантировать на глубину работы армейской артиллерии. Километров на 15. Но это мы тоже уже говорили с вами. То есть грубо, без авиационной поддержки, без серьезной поддержки ракетами нам, наверное, не дадут использовать американские ракеты. То есть можно зайти на глубину 15 километров. Вот это как раз попадает та же ГИС-Суджа в этот радиус. Двигаться там дальше в сторону Курска, допустим, или там Курской атомной, Курчатова, ну, это километров 70 топать. А это примерно та же картина, как с Орехова до Мелитополя. В прошлом году мы 15 километров протопали, и все. Опять же, без авиации, без средств поражения. Хотя, еще раз, третий раз повторюсь, направление в крайне пуганных идиотов. Там, в принципе, можно до Москвы доскочить и вернуться обратно в течение суток. Две заправки всего лишь, нет, три. До Москвы одна, в Москве вторая и обратно третья, если надо будет обратно возвращаться, если успеем закопать Ленина. То есть, по большому счету, развитие ситуации может быть такое разнонаправленное. Полностью зависит от действий российских властей сейчас. Если они перебросят несколько десятков тысяч резервов с Восточного фронта, что нам будет очень выгодно, в сторону Суджи, тогда, значит, линия боевого соприкосновения, вот она где-то будет в это плюс-минус 15 километров в этой зоне. Если этого не сделают, то дальше наши войска, скорее всего, подтянут те резервы, которые сейчас там есть в районе Сум, и они разворачивались опять. Почему, откуда там взялись наши резервы? Потому что они разворачивались для удержания российского наступления со стороны Суджи. Помните, мы с вами говорили, когда движение шло с Белгорода на Харьков, а россияне уже кучковались в районе Суджи в сторону Сум. То есть вот эта группировка, которая там была, мы просто совершили еще один такой превентивный удар, я бы так сказал. Именно с этой точки зрения мы имеем право это делать, согласно международных норм. Такие превентивные действия
сторон противоборствующих разрешают заход на чужую территорию. Потому мы даже не нарушили международного законодательства. Потому что там Путин сейчас будет, какой последний волосок на своей голове искать, его вырывать, или там у Медведева поскубется, это уже там будет понятно между ними, между этой сладкой парочкой. Но никаких проблем для Украины больше, чем они были, они создать уже не смогут. У мене два уточнення. Романе Григоровичу, коли ви говорите, зокрема, про газопровід та вплив на російську економіку, скажіть, будь ласка, мається на увазі, що «Газпром» буде нести великі збитки, ви кажете, а в результаті, ну, тобто, це може розгорнутися як? Мається на увазі в плані впливу саме на війну? Ну, тобто, це буде якимось політичним тиском, ну, тобто, які процеси тут можуть і та обговорення розпочати з вашої точки зору. І, зокрема, версія про те, що можуть дійти Збройні Сили України до Курської АЕС і потім, зокрема, вести перемовини про обмін на Запорізьку АЕС. От і така є версія. От, тобто, ви її розглядаєте чи ні? Ну, як, допустимо, остановити газову прокачку? Да так же само, як остановили підготовку прокачки аміака. Я ж вам не просто так розказав про Купянск. Прилетела какая-то мина и уничтожила газоперекачивающую станцию, и все. И у нас нет сейчас трубы. Они там пытаются, наши великие кормчие, так называемые, с зеленой командой, ее восстановить. 170 миллионов, по-моему, выделили на восстановление этой трубы. Ну, прилетет еще одна мина, ну, то есть и все. А та же самая, то есть механизм, в принципе, остановки очень простой. Прилетела мина и ага, называется. Вот примерно так. Как это будет расторгована такая мина? Она может расторговаться. И это уже будет зависеть от нашей дипломатии, как она будет работать, и от некоторых возможностей наших партнеров в том числе. Сложно спрогнозировать, но торговаться можно, вопросов нет. Почему? Потому что мы сейчас на данный момент, можно сказать, контролируем основную ГИС газопровода на Европу, а это основная, это вообще основной механизм получения валюты для российского «Газпрома», вот эта труба. Почему же не хотели «Северный поток» запустить? Ну, не сложилось, там тоже, видать, что-то прилетело. Ну, бывает такое, иногда летают, когда война начинается, и мины летают, и гранаты летают, и что угодно может летать. Потому это не проблема, как вывести из строя. А вот, допустим, это по газу, и как расторговать эту проблему, она будет зависеть от того, когда она появится. Дело в том, что одно дело спровоцировать прилет мины, а она просто может действительно прилететь, какой-нибудь вертолет будет идти, его жахнет наш беспилотник, этот вертолет упадет на трубу, и все. И там уже все эти расторговки, они уже пойдут, канут в лету. Это так называемый черный лебедь, когда идут боевые действия вдоль таких основных потоков, может быть, что угодно, да, просто очередь из автомата, и то уже вы видите строя. То есть этот вопрос будет решаться в зависимости от ситуации, которая будет складываться. А движение в сторону Курской атомной станции, ну почему бы нет, если нам туда пригласят? Вот если они сейчас не перебросят с востока несколько десятков тысяч россиян, с Восточного фронта, не остановят давление на Торецк, на Часовьяр, ну, потому что это же туда снимать придется, на тот же Покровск, туда не перебросят, то направление, четвертый раз говорю специально, направление в край непуганных идиотов. До Курчатова дойти, ну, это час езды. Ну, если так, реально. Час езды, естественно, если не будет там сопротивления, я же говорю, если они не перебросят. Если перебросят, то, естественно, за эту Курскую атомную можно забыть. А если нас пригласят на Курскую атомную, ну, если угощают, чтобы не угоститься, в конце концов. Можно дойти и до Курской атомной, и до Курчатова, и до Курска, так называемого. То есть все будет зависеть, от, опять же, от количества еще и наших сил. Мы же не знаем, какие выделены силы, средства для выполнения этой задачи. Пока мы слышим только, ну, об одной-двух батальонно-тактических группах, но раз это батальоны, они, скорее всего, батальоны чьей-то бригады, значит, там есть и бригада. А может, и не одна. А направление на Сум, это же сумское направление, это железная дорога, шоссейная дорога, это, кстати, с Киева на Москву общее направление, это Киев, Сум и Москва. Потому там очень хорошие дороги, снабжение, то есть если надо будет перебросить из-под Киева бригады, это за, ну, за 5-7 часов можно будет сделать. 5-7 часов уже там с десяток бригад могут быть на этом направлении, и чем черт не шутит, может и Курская атомная станция стать на определенное время там украинской
атомной станции, а дальше уже как будут расторговывать ее, все будет зависеть от нашей, опять же, дипломатии, которая должна включиться при этом развитии событий. Хотя, еще раз повторюсь, ну, это как теория может быть, а технически очень сложно сделать. Почему вот эти 70 километров с Орехова до Мелитополя? Мы видели, как если туда будут брошены резервы, мы их просто не пройдем. У нас не хватит сил света. Роне Руже, ну, російські воєнкори вже пишуть, що українці вже пройшли половину шляху до Курської АЕС, а ще також повідомляють про те, що командування на місці прийняло рішення здати бійцям ДСУ Суджу Курської області. Ну, бачили ми багато відео у соціальних мережах, зокрема, так, де здаються російські військові у полон, і багато відео, зокрема, де строковики про це говорять. Ну, якщо так станеться, мається на увазі, що... А це, ви говорите про торг, так? Будуть вирішувати дипломати, і все, звісно, буде вирішено після того, як будуть розгортатися події, але все ж таки, ну, тобто такий торг, він якби, ну, він доречний, мається на увазі Курська, замін на вихід із Запорізької АЕС. Звісно, ну, чому ні? Звісно. Это есть такая серьезная возможность, допустим, если будет, опять же, это третья, прямых договоров уже не будет, прямого контакта не будет. То есть если подключится третья, четвертая, пятая стороны, которые гарантируют, допустим, сначала выход российских войск с Запорожской атомной, а потом выравнивание линии фронта уже с нашими войсками. И такие варианты, в принципе, возможны. Это в течение ведения боевых действий неоднократно проводились, и один из вариантов. Потому здесь а Путін буде вимушений на це піти? Роман Григорович, перепрошую, а Путін вимушений буде на це піти, ну, власне? А куди він денеться з підводної лодки? Ну, звісно, йому треба буде, во-первых, що таке Курська атомна, якщо ми її почнемо контролювати? Ми ж її остановимо. Нельзя контролювати атомну станцію, не остановив производство електроенергії. Тобто треба буде затушити реактори, согласовать это опускание стержней, естественно, с МАГАТЭ. То есть это целый процесс. Остановка Курской атомной станции положит, ну, в радиусе километров 150 все металлургические предприятия. Там Россия потеряет генерацию, ну, очень серьезно. Тем более часть генерации, она шла в сторону в том числе и Ростова. То есть там есть определенные перетоки. А это общее направление вообще на оккупированной территории, в том числе и в Крым. Так сложилось еще в том тысячелетии, занимались мы некоторыми перетоками с Курской атомной станции через Северный РДЦ в Харькове, это региональный диспетчерский центр, перебрасывали электроэнергию в Украину. Тогда еще взаимозачеты ходили, авизовки, но это очень давно было, это больше лет 30 назад. То есть знаю прекрасно все эти перетоки, как это работает, и потому остановка Курской атомной вырубит у россиян там, ну, серьезный куст по электроэнергии, вырубится как минимум несколько областных центров. А это, естественно, с медкомбинатами, с военными объектами, то есть это довольно-таки серьезный удар. Вот смотрите, одним движением такой двойной мощный удар и по Курской атомной, по генерации электроэнергии. Нам придется для того, чтобы обезопасить Курскую атомную, ее остановить. Но она же не будет работать без определенного персонала. Плюс придется россиянам что-то решать по газу. Опять же, быстрее решать. Почему? Потому что, ну, черный лебедь. Прилететь может что угодно. Газовая труба открытая. То есть и до нее добраться очень легко. Ви говорите про те, що потрібно, щоб фронт палав. Зокрема, на початку нашої розмови також згадали і тендерівську косу. Вчора ми також проговорювали цей момент, але ГУР вже сьогодні підтвердив так офіційно, що був такий ось цей рейд, і розвідники висадилися, зокрема, знищили там і ворожу бронетехніку, і РЕП. І говорять про те, що відповідні дії – це лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває. А заступник командира бригади Азов Роман Григорович, він зробив такий допис цікавий. Він написав про те, що найближчі тижні точно змінять світ. Ну, тобто, мається на увазі ось всі ці дії. Курськ, так, тендерівська коса. Ну, тобто, це якийсь такий, ну, скажімо так, вершина айсберга, якого ми тільки бачимо. Ну, давайте так. Впереді через несколько неділь, 24 августа, День Независимости України. Наши правители, они имеют отношение к артистизму, мы же это прекрасно понимаем, и такая цыганочка с выходом на День независимости однозначно будет планироваться. Естественно, с участием вооруженных сил. Это тоже понятно, почему это все было затянуто, а теперь это все включается. Примерно, чтобы
под конец августа показать какие-то положительные результаты, чтобы этот день независимости прошел на положительных тонах для Украины, будут выполняться некоторые действия, вплоть до уничтожения того же Керченского моста, новороссийского терминала, вот появились F-16, растяжка по фронту идет, здесь есть чуть элемент артистизма, мы же прекрасно это понимаем. Почему? Потому что в это время теряем Донбасс, теряем донецкие территории, но управляем этими процессами. Они нужны. Тут сказать, что они там не нужны, да нужны, конечно, потому что воюют уже, ну, в первые полгода воюют армии, те, которые встречаются, а дальше уже воюют общества, государства начинают воевать. Если вы в первые полгода не выполнили боевую задачу, дальше начинается война уже затяжная с участием обществ. И вот украинское общество, оно должно быть сплочено как раз под выполнение основной задачи зачистки Украины от российского присутствия, то есть восстановление территориальной целостности и суверенитета. Это общество надо консолидировать, естественно, показывая определенные положительные моменты, потому я не в качестве там критики, я просто показываю сами процессы и почему там в ближайшее время действительно можно ждать, и Мальфар в этом смысле прав, можно ждать некоторых развития положительно, то есть положительное развитие событий, хотя в это же самое время, еще раз повторюсь, мы теряем Донбасс. То есть не передавая туда достаточное количество вооружений, нам приходится отходить на Донбассе. Ну вот за счет потери Донбасса поднимаем настроение украинцев. Это если так уже погрубее чуть. Движение по растяжке фронта с точки зрения логики военной очень правильное и грамотное. Тут даже не только на Суджу, это можно было, помните, я несколько раз говорил, у россиян есть еще на российско-белорусской границе, недалеко от уже украинской границы, в Климцах два военных объекта. И на одном и на другом находятся российские войска, там базы, старый климовский аэродром Климова летал, сам знаю там все эти места. И в Климцах база военная, это тоже... Одна из проблем, это Черниговская, то есть напротив Брянской, Черниговская область. То есть и там надо будет начинать, если растягивать фронт, растягивать его как раз в сторону Клинцов. Вот туда можно, кстати, отправлять полк Калиновского, там же с одной стороны Беларусь. То есть такой большой привет Лукашенко будет, если туда его отправить. А, естественно, в это время Главное управление разведки, наши морпехи, спасибо большое нашим партнерам, передали нам хорошие быстроходные катера. И с помощью этих катеров выполнили очередной, это ж не первый, не второй, очередной выход на тендерскую косу. Там действительно уничтожили россиян, там был блокпост российский. Коса очень неудобна для обороны. Вот для нападения, особенно в рейдовом режиме, очень удобно. Зашли катерами, отбомбили, обстреляли и ушли, уничтожили там сколько-то. А чтобы туда на косу попасть, она идет, если по карте посмотрите, это южнее Кинбургской косы. Она идет до Железного порта, а туда дальше доходит общее направление на Скадовск. Вот нам как раз вот это движение, скорее всего, это сейчас начинают гуровцы отрабатывать освобождение Скадовска. Очень правильный, кстати, ход. Почему? Потому что и форсирование Днепра через Олежки и дальше на Голую пристань на Скадовск, это по сухопутью. И тут же, допустим, морские атаки десантом на Скадовск. Мы освободим Скадовск. А от Скадовска два направления. На Армянск в Крым по сухопутью и через море, там, по-моему, 50-60 километров до северо-западного побережья Крыма. То есть тоже морской десант, воздушный десант с помощью вертолета, он тоже возможен. То есть направление на Крым прорабатывается. Причем самое интересное, то вот этот вот треугольничек, он вроде как небольшой, если так посмотреть на карте, Кинбургская коса, Олежки, Скадовск, этот треугольник могут взять под контроль с воздуха как раз то количество F-16, которое к нам зашло. Это со стороны Одессы, со стороны Румынии как раз общее направление. И завоевать, так сказать, превосходство в воздухе на этом участке фронта, даже то количество самолетов, которые есть, возможно. То есть это не общее наступление, там, допустим, на левый берег, это нереально. Ну, то есть ширина фронта там больше 100 километров, для этого надо бригада. А эскадрилья одна может отработать направление в сторону Скадовска. То есть, по большому счету, очень правильное такое перспективное действие. Ну вот мы сейчас на пальцах нарисовали те положительные моменты, которые могут быть в ближайшие несколько недель до Дня независимости Украины.
Хотелось бы Мальфару поверить в это, так сказать. Его Мальфар – это все-таки человек, который разбирается в будущем. Ну, раз у него такой позывной. Дай Боже. Романе Григоровичу, от ви говорите про те, що Суджа – це позитивний момент, але тим часом ми втрачаємо Донбас. А є така точка зору про те, що могли б ми ці сили, зокрема, направити на Донбас. Тобто питання таке, чи коштує гра свічок? Да, это вопрос, я же об этом и говорил. То есть в чем-то есть положительном, есть отрицательное, в чем-то отрицательном есть положительное, потому здесь на весах командующие, которые принимали решения, они взвешивали это все на весах, и уже правильно они приняли решение или неправильно, это будет уже после выполнения действий. То есть уже через несколько недель будет понятно, правильно это сделали или неправильно. Потому что если те части, которые сейчас бросили в сторону Суджи, допустим, они перебросили на Донбасс, и Донецкий фронт россияне прорвут и уйдут в сторону Павлограда, допустим, через Покровск, так я вам скажу так, неправильно это действие. А если сейчас россияне, допустим, снимут резервы с Восточного фронта, остановят давление на Восточном фронте, перебросят их на Суджу, так тогда это будет правильно. Но только россияне примут решение после того, как увидят целесообразность. У них же тоже такие же самые весы, то есть они сейчас будут все это взвешивать. И вот весы в одну или в другую сторону качнутся тогда, когда будет понятно, об этом знает только наш генштаб, когда будет понятно, какое количество войск мы можем организовать, допустим, при давлении на ту же Суджу. То есть количество сил, средств, выделенных на движение наших войск в сторону Москвы, на Курск, об этом знает только генштаб. Это закрытая информация. Мы об этом можем сейчас только сказать в одну или в другую сторону. Если там достаточное количество войск, мы удержимся, заставим россиян снять резервы с Донбасса. А если там недостаточное количество войск, то россияне этого не сделают, и тогда мы потеряем там часть Донецкой территории, и тогда будет эта операция, в принципе, лучше бы ее тогда не начинать. Это вот с этой точки зрения. Потому сейчас сказать можно только, надо подождать хотя бы декаду, может быть, там пару недель. Ну, вот ближе к 24 августа это будет понятно. Кирило Богданов, голова української розвідки, висловив своє бачення перемоги. Він каже, що повне відновлення територіальної цілісності, вихід на межі 91-го року, тому що більшого буде складно досягти. А також він каже, що, на його думку, розв'язання питання нашої війни буде відбуватися комбінованим шляхом, комбінація військової сили, тиску, відкритої та, найголовніше, прихованої дипломатії, а також деяких інших факторів. Пане Григоровичу, що таке прихована дипломатія, про яку говорить пан Богданов з вашої точки зору? І чи ви погодитесь із цією тезою, що, власне, перемога наша – це комбінований шлях? Тому що ви завжди виступаєте лише за воєнний шлях. А другого просто нет. Діло в тому, що росіяни не уйдуть з території. Да ні одна армія, ну, реально, так сказати, особливо така велика, как у России, ни одна армия не уходила с территории просто так. Ее выбивали. Даже тех же израильтян в свое время из Ливана выбили, из Газы выбили. Их просто уничтожали партизанской войной внутри, не пришлось им выйти оттуда. То есть выбить российскую армию, вернее, решением политическим выдавить российскую армию не получится. Они не уйдут оттуда. Не уйдут с оккупированных территорий, тем более они ж туда уже завезли за 10 лет. Россияне на эти территории оккупированные завезли миллионы россиян, миллионы. Как они оттуда уйдут? В качестве чего? Политическими какими-то дипломатическими механизмами? Да этого не будет никогда. Их можно выдавить только фронтальным движением войск. Варианта другого нет. Это уничтожить армию можно с дальними средствами поражения. Да, российскую армию в Крыму можно раскатать с достаточным количеством ракет. Но миллион-полтора россиян, которые там из-за Урала приперлись в Крым жить в квартиры, из которых были изгнаны украинцы, касается Донбасса, а сейчас уже и Запорожья, и Херсонщина. Их же по-другому никак не выдаешь, их же не скажешь, там где-то политики где-то договорились, возвращайтесь обратно в свои юрты. Это ж не скажешь им, вернее, сказать можно, они не сделают.
А потому только то есть в режиме фронтального движения. Вариантов других просто не существует. То, что не только Буданов иногда намекают какие-то политики наши, это не политический вопрос, это ерзание на одном месте. Технически выдавить несколько миллионов россиян, гражданских россиян с оккупированной территории, кроме как фронтальным выдавливанием, невозможно. То есть восстановить наши границы не получится другим методом. А россияне с российскими паспортами на нашей территории, на оккупированной территории Украины, не считаются мирным населением. Согласно всех конвенций, которые не были где-то подписаны, потому что они считаются гражданскими оккупантами. И потому фронтальное движение их просто выдавит. Мы даже не обязаны беспокоиться за их жизнь или там расположение. Вот и все. Вариантов просто, я же говорю, вот это вариантов, нет смысла об этом слушать. Говорить об этом могут кто угодно. Вот Буданов почему-то сейчас как политик начинает говорить, это же он военный. А вот он как военный говорит правильно. Восстановление территориальной целостности суверенитета, но это забито у того же Буданова в присяге, которую он украинскому народу давал. А что он другое скажет? То есть я, так сказать, не обращаю внимания на присягу и не буду воевать до восстановления территориальной целостности и суверенитета. Ну нет, он же так же не скажет. Иначе он перестанет быть военным и офицером в том числе. Потому выход на границы 91 года военным путем – это единственный путь. Вариантов других просто не существует. Это единственный путь восстановления нашей территориальной целостности. Все остальное от лукавого, ерзание на том месте, которого, в принципе, у Буданова не должно быть. Романе Григоровичу, традиційно три бліц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, чи можливий найближчим часом заколот у Російській Федерації? Ні, однозначно ні. Це нереально. І там ніяких не буде цих восстаний і так далі, тому подобне, имеется в виду в Москві или там по смещению Путіна. Ні, Російська Федерація почне розвалюватися после того, как российские регионы примут решение об выходе из Российской Федерации. А это возможно в одном случае, только если Москва перестанет платить этим республикам, оплачивать их госуслуги, так называемые. Вот только из-за этого развалится Москва. Все остальное от лукавого, это не произойдет. Путин там, и не только дело, опять же, не Путин. Вокруг Путина есть определенный силовой блок, который и есть коллективный Путин, включающий в себя, тем более, олигархов, это миллиардеры, сотни миллиардов долларов, которые завязаны, они однозначно будут держаться до последнего. Опять же, развалить Россию можно только изнутри, это однозначно, снаружи ее не развалишь, слишком большое государство, только изнутри по типу развала Советского Союза, экономическими методами. Буданов каже, що для заколоту в РФ потрібен лідер на місці, і він знаходиться в Україні. На кого натякає? Ну, може, він сам на себе, як ще? Нету в мірі нет такого, допустим, сейчас на даний момент, нет такого чоловіка, який би мог бросить визов не Путіну, а вот этому коллективному Путіну. Почему? Потому что, ну, поддерживает действия Путіна и коллективного Путіна две трети российского общества. То есть за геноцид украинской нации, за уничтожение украинского государства две трети российского общества. Не получится никакого там переворота. Я не понимаю вообще, о чем Буданов говорит. Тут пока, скорее всего, из области фантастики. Чи буде вимушений Путін оголосити масштабну мобілізацію, чи піде він на це? Ну, для него это довольно-таки непопулярная мера, которая как раз может привести к таким экономическим, в том числе экономическому развалу России. Он 300 раз подумает, тем более КПД от принудительной мобилизации нет абсолютно никакого. Мы несколько раз, вот с вами, если вспомните, раз в полгода эта тема как-то поднимается в качестве страшилок для россиян. И как-то и для украинцев в том числе. То есть давится сразу и в одну, и в другую сторону. На россиян давится о том, что смотрите, впереди там мобилизация, а на украинцев давится, давайте будем сдаваться, а то там впереди российская мобилизация. Да если бы мобилизация принудительная, которую россияне уже раз провели, дала бы хотя бы малейший положительный результат, они бы уже ее 300 раз попроводили. Они же этого не делают. Почему?
Потому что мобилизация из-под палки убивает армию, просто убивает. Они же ее завалили практически. Собрали из-под палки 300 тысяч россиян, дали им автоматы, пушки, танки, они это все угробили. И дальше пришлось Путину, два, так сказать, скупой платит дважды. Пришлось включать механизмы рекрутинга, то есть платить большие деньги, причем в том числе за закупку боеприпасов, техники на стороне. Так как эти чмобики, так называемые, они просто угробили часть техники российской. Поэтому еще раз на это Путин, но он не пойдет, это точно. Ну, угробить технику нереально. Потому опять и Буданов, кто угодно, сейчас опять начинает сказки рассказывать про еще одну там какую-то мобилизацию. Это больше, наверное, уже не так на российскую аудиторию, как на украинскую, как-то додавить, дожимали отключениями электроэнергии, выжимали цену, там в два раза подняли, дожимали украинское общество мобилизационным законом, попытались выдавить несколько сотен миллионов долларов. Сейчас вот начинают дожимать или пытаются дожать какими-то страшилками мобилизации. Не пойдет Путин на мобилизацию, пошел он угробит армию. Это наши политики, Верховная Рада вместе с Умеровым, кто там давал этот закон, они пошли на то, чтобы армию угробить. Вон мы отступаем, на Донбасс теряем, ну это же понятно. Это как раз следствие вот этих мобилизационных законов. Не включили механизм прямого рекрутинга в прошлом году. Мы сколько с вами, второй год об этом говорим? Сейчас только уже два года рассказываем об этом, как это должно работать. Сейчас только у Генштаба проснулось видение этих процессов, что это единственный путь, как создать профессиональную армию через прямой рекрутинг, подали, а вот пытаются сейчас этот закон протянуть через Верховную Раду о разрешении командирам войск и частей не напрямую принимать в часть рекрутов.